пафнуть тиска. Хрен там он исчерпался. Год 2021. Душевного ты мани. Я все делаю тяп-ляп. За мной тут дедам косяк. Пахнет как будто тут звук растет. Шкреп-шкреп. Я все делаю тяп-ляп. За мной тут дедам косяк. Пахнет как будто тут звук растет. Шкреп-шкреп. У меня с работы никогда не получалось. Сначала кураж, потом фак начальству. И нам раньше всегда говорили, что вы там своей музыкой-то добились. Сейчас-то все понятно, это чисто бизнес. Раньше было от души, так как бабло не приходило. И раз, бац-бац, как-то так стал крафтом. И в русском рэпе скрываюсь от деградации. Нашел место. Я занимался много чем, но музыка, так сказать, подняла меня с колен. Я что-то делал, но я был никем, безликий манекен. Ждет уикенд, много лет читал рэп своим кедом. Прикинь, я все делаю тяп-ляп. За мной тут дедам косяк. Пахнет, как будто тут звук растет. Шкреп-шкреп. Я все делаю тяп-ляп. За мной тут дедам косяк. Пахнет, как будто тут звук растет. Шкреп-шкреп. Хип-хоп — это мое, так как все, что я пробовал, было мимо. Я не запоминал, видимо, не судьба. В городе нелегал, лист бумаги текста и нормально поднял. У меня плохо с математикой, оставьте себе сдачу. Главное, чтоб братик на душе была заначка. Скажи, Алиэкспресс или бутик Версачи? Кто из нас счастливее, а кто богаче? Я все делаю тяп-ляп. За мной тут дедам косяк. Пахнет, как будто тут звук растет. Шкреп-шкреп. Я все делаю тяп-ляп. За мной тут дедам косяк. Пахнет, как будто тут звук растет. Шкреп-шкреп.